Сейчас я объяснял различные ошибки, которые могут быть. Сейчас немножко поработаем со второй рукой. То есть это проблема у многих. Принцип инь-ян. В Тайцзицюане это очень распространено, это учат с первых дней занятий. Инь двигает ян, то есть инь рождает ян. Это ошибка. Видно, что я двигаю только руку вперед, при этом не двигая руку назад. Это одна из распространенных ошибок. Во всех стилях практически есть. Карате, допустим. Смотрите, чтобы я двинул тело вперед, он вначале должен двинуть его назад. Бокс то же самое. Я должен вначале двинуть тело чуть назад, и это двигает другую часть тела вперед. Наполнение назад инь рождает не наполнение вперед ян. Это мгновенно, это очень важно понять. Не надо делать вот так, посмотрите, вот очень много внимания на движение вперед. Вот так нужно делать. Кстати, очень важный принцип, который есть и в чесал. Сейчас делаем упражнение, свободное из того, что мы делали. Вот здесь нужно понимать ощущения в точке контакта, которую мы тренируем в чесал. Мы сейчас срезаем свободно, снутри, снаружи. Очень важно понять принцип клина. Не делать так, ломать принцип клина, геометрию клина, это нужно сохранить. И работаем свободно, исходя из ощущения в точке контакта. Это уже навыки, которые мы получили от чесал. Вот я вижу часто в YouTube говорят, идиоты вот стоят на дистанции, где удар не достает и что-то махают руками. Это упражнение, это вы должны понимать. Тут безопасная дистанция. Никто не мешает вам иногда проверить вашего партнера. Вот, он отлично меня срезал, молодец. Вот, опять срезал, отлично. Если у него правильная геометрия наполнения, еще нет точки контакта, он очень легко меня срезает. Я не маневрирую, как в других стилях. Это нужно понять. Я работаю через точку контакта. Это важно понять, Винчун.